Награждение победителей пройдет на Всероссийской неделе охраны труда, которая состоится в Сочи в апреле. Подать заявку для участия необходимо на сайте aetalon.ru. Подробную информацию о конкурсе можно узнать в Центре занятости по адресу улица Калинина, 12А, кабинет номер 10. И хорошая новость для пенсионеров и других льготников, которые пользуются талонами на проезд в городском транспорте. Что изменилось в этом году и где можно получить проездной билет, нам рассказали в Управлении социальной защиты населения города Анапы. С 1 февраля 2016 года внесены изменения в меры социальной поддержки по оплате проезда. Данная мера социальной поддержки будет предоставляться всем льготным категориям граждан, если доход не будет превышать двухкратную величину прожиточного минимума, установленного на территории Краснодарского края для социально-демографической группы населения. Для пенсионеров эта сумма будет составлять 15 444 рубля. Талоны, выданные для проезда в городском транспорте на первый квартал 2016 года, с 1 февраля 2016 будут недействительны. Гражданам льготной категории необходимо будет обратиться в Управление социальной защиты за получением справки, которая будет являться основанием для приобретения проездного билета –